Да, вот сейчас мы на самом верху, самого высокого колеса обозрения. О, да. Корабль, как пират от Карибского моря. В общем, мы продолжаем наш путь. И мы уже двигаемся в сторону Лазаревской. В сторону дома, можно так сказать. Да, ну, сейчас еще посмотрим, может быть, мы какие-нибудь под закат дня какие-нибудь развлечения еще придумаем. Время 5 часов, и мы едем дальше. Спускались вниз. Это старая дорога. Раньше надо было поехать вот туда, аж до тех домиков, и вот там вот разворачиваешься, и вот там по горе поднимаешься, вот сюда вот, старая дорога вот такая была, пока мост этот не сделали. Отвесные скалы. Ёлки висят над нами. Вот мы приехали в Лазаревскую. Тут вот такой вот закат. Ну давай. Сейчас он, подожди, затемнится как-то. Вот так вот. Да, вот. Закат цветом, как я одета. Вот так вот видно. Розовый-голубой. Да. Вот так вот видно, какой там закат вот здесь. Очень красиво. Сейчас, может, еще поближе будет, посмотрим. Самое большое в России, говорят. Самое высокое, 860, что ли, метров. Что-то такое. Вот такой огромный колес обозрения, и мы идем на него. Менее билетов! Ведется видеонаблюдение, 25 тысяч, если раскачать. Вот, смотри, кто-то с нами едет тоже. Бесплатно хотите ехать? Ну, в принципе, кстати, прям быстро. Прикинь, еще стол. Еще тут стол. Даже в кабине. Да. Да, доставай. А вот и он. Как красиво. Самолет несется туда. Да. Закат в том числе. Классно. Корабли, самолет, закат. Уже высоко. Высоко. Уже, да, это. Надо расскажи, а мы еще не на самом верху. Видно, да? Да, да, там видно еще как. Мы уже почти на верху, еще чуть-чуть, а вон. Закатим, слушайте, реально слишком высоко. Чё, тихо, я когда не смотрю, вы начали ходить, сразу страшно становится. Да? Ой-ой-ой. Да, очень высоко, прям очень. Очень. А, вот, сейчас смотри, вот мы вот уже почти наверху. Вот эта кабинка, только выше. Выше только эта кабинка. Динозавр. Да, да. Очень высоко, что там? Красиво, да? Закат вообще. Очень-очень высоко. Закат. И закат, да. Там же солнышко прям заходит на горизонт. О, и да. Корабль, как пират от Карибского моря. И пираток, ой, пират, да. Да, вот сейчас мы на самом верху, самого высокого колеса обозрения, да. Ой, нет, не в мире, в России. В России. О, да. Вот сейчас самый верх. Так смотри, красиво. Открытая кабинка, видишь, представляешь, да, в открытой. Как весело в открытой. Летом весело, а сейчас... Да, сейчас такой ветер. Веселее в закрытой, если честно. Очень красиво. Она шатается. Ну да.
И когда она шатается, иногда кажется, как будто она как будто останавливается, да? Да. Очень интересно, что здесь нельзя есть попкорн, есть еду, пить, курить, но здесь есть стол. Что за звуки? Но есть нельзя. Правда, как из «Пиратов Карибского моря»? Да. Смотрите, как мы четенько подгадали закат, да? Да. А? Очень красиво. Фантастика. Высоковато вообще. Если не смотреть вниз, то не стоит. Какой закат шикарный, да? Да. Шикарный. Вообще потрясающе. Восхитительный вид, да. Вон там даже заснеженные горы видно, посмотрите. Да? До сих пор вон. А, да. Так, правда видно. Ну, не видно, что они заснеженные, но вон видно. Видно, что заснеженные. Чуть-чуть, да? Да. Очень высоко. Шикарно. Да. Очень высоко и очень красиво. Смотри, у меня лицо как закат. А? Да. У Саши сгорело лицо. Это в горах. В горах задело лицо. Лицо как закат. У меня лицо, да, как закат. Да, корабль как прям как в «Пиратах Карибского моря». Да. Слушай, там правда такой корабль? Да. Только может там еще черный флаг висит? Слушай, ой, так нас шатает тут. Да. Она открытая, мне кажется, было бы очень. Думаешь? Да. Корабль. Знаешь почему? Интересно, да? Очень красиво. Не, мне было страшно уже. Яхта. Да? Вот это шикарный закат. Да. Я когда наверх поднялись. Прямо огнем горит. Да. Он же получается все и такой корабль. Да. Что там за мужик сидит, смотри. Там вон мужик какой-то сидит. Пригорюнился. Это дом великана, и там понял великан, типа. Да, ты права. Красиво очень здесь, очень красиво. Да. Ну как? Я могу сказать, на самом верху вы все ахали. Да, ну да, конечно. Но на подъемниках там, конечно, кажется, виды были вообще супер. Да. Мы в Бургер Кинг. Бургер Пешкафта. Да, Пешкафта решили поехать. Пойдем пешочком. Да. Вот. Каждый там хочет свое, так что мы идем. Угадайте, где мы? Зашли мы тут. Что-то взять, подгорел. Посмотрим, как я, но я была с фактором защиты на лице. В общем, у нас время 1:30, мы такие отекшие, усталые, ложимся спать. Очень довольные поездкой. Увидимся с вами завтра. Всем желаем хорошего настроения, удачи, всем счастливо и всем пока-пока.